какое определение можно дать термину криптовалюта? Криптовалюта – это валюта, можно сказать, и будущего, и настоящего, потому что сейчас это самая популярная электронная валюта, которая есть. Она получила название криптовалюта только потому, что в основе используются криптографические данные. Поэтому... Криптовалюта – это деньги настоящего или будущего? Сейчас все так спрашивают. Какую роль в жизни простых людей в будущем может играть криптовалюта? Это деньги настоящие или просто что-то, такие рисунки в интернете? Все вокруг, что сейчас происходит, это настоящее. И криптовалюта не исключение. Поэтому я считаю, что все-таки это уже деньги настоящие, уже большое количество людей, большое количество компаний уже осуществляет платежи посредством криптовалюты. То есть это и не нуждается в регламенте правительства или вмешательства правительства? Регламентирование правительства, ну, смотрите, каждый участник, он является как сам регулирующим органом, да, чем больше участников, вот при каких условиях будет самая большая безопасность, когда каждый участник будет вносить какую-то свою лепту, да, регулирование. Uh-huh. Вот, получается, в любой стране основной институт, который регулирует валюты, является Центробанк. Uh-huh. А представьте себе, если бы каждый человек был как Центробанк, и каждый регулировал, это бы исключило любые махинации, поэтому uh-huh. не было бы кризисных каких-то ситуаций. Кто может заработать на биткоин? Есть отдельные каждый... профессии или это может каждый? Сейчас я думаю, что заработать может каждый, кто хочет. Вот у кого есть необходимость зарабатывать деньги, кто устал уже от, скажем так, работая по найму, да, то есть который думает о том, каким бизнесом можно заняться, чтобы заработать прибыль, я думаю, инвестиции в криптовалюту это самые на данный момент эффективные.